И скандал разгорается возле 6-й детской поликлиники на Филатова. Парковку, на которой оставляют свои машины родители маленьких пациентов, неожиданно сделали платной. Они возмущены нововведением. Говорят, ноу-хау явно не вписывается в рамки обещанной в Украине медреформы. Это вообще неуместно. И если даже кто-то что-то собирался, могли бы как бы поговорить, это наша территория. Это территория детской поликлиники. Репортер заинтересовался ситуацией и выяснил, Одесстранспарксервис якобы забыл установить на знаке парковки время, с которого начнет действовать тариф. Теперь чиновники утверждают, что платить за временную стоянку нужно будет только ночью. И винят оператора, который занимается установкой знаков в этом районе. По договору это входит в обязанности операторов. Наши функции, что предупреждать операторов о том, чтобы они это соблюдали, в надлежащем состоянии содержали свои площадки. Если это они не делают, у нас есть механизм расторжения договора, заключения с другим оператором, который, надеюсь, будет более ответственным. Другого механизма у нас пока заставлять людей, операторов приводить в порядок площадок пока нет. Родители и сотрудники медучреждения могут не волноваться и впредь бесплатно оставлять свои машины на парковке у детской поликлиники, утверждают в парк-сервисе. И заявляют, что уже совсем скоро укажут промежуток времени платной стоянки.